Всем привет, с вами Аурум, и эта долгожданная тема может быть случится, может быть, через 5 кубасов, если мы сейчас не тильтанем. Годи, привет. Дорогие друзья. Да, это фанат Хабиба, если что, знакомьтесь, я просто по салам алейкум всегда это вспоминаю. Вот. Ладно, если без шуток, ребят, я апаю уже третий день этого спраута, вы наверняка в курсе. Если вы не в курсе, держу вас в курсе. Реально апаю третий день. Первый стрим почти 7 часов, второй стрим почти 7 часов. И сейчас у нас стрим идет, ну, кстати, 1:40, это немного. И, возможно, это будет последняя каточка. Фух, давайте проверим. Кстати, давайте лог покажу сейчас, смотрите, лог. Первое место, плюс 7, вот сейчас, минуту назад, плюс 7, плюс 7, плюс 6, плюс 6, тупо вообще без проигрыша. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 7 каток без проигрыша. Ну, это, блин, на фарт. Сейчас главное не провтыкать. Не протупить. Нас сейчас смотрят 4500 человек на стриме. Пацаны, вам всем привет. Кто был на стриме, прожимайте лайкосик. Фух, надеюсь, ну, по закону подлости, когда я вот включаю только запись, всегда начинаю сливать. Но в этот раз я надеюсь, что все будет ок. Вот доники прилетают. Ну ты на... Виталя, Крайсол, зачем ты это сделал? Крайсол написал, ну ты понимаешь, 100% апнешь в этой катке. Че ты, Годи, думаешь, апнем? Конечно. Я тоже. Кстати, Годи у нас топ-1 по кольту в России. Ссылочку на его канал оставлю в описании. Вот. Надеюсь, будет 1К. Я тоже сильно надеюсь, ребят. Очень сильно надеюсь. Еще раз, мы на стриме. Фух. Сейчас я, Серега, окно открою. Кислорода не хватает в комнате. Давай. У меня сейчас тоже, по-моему, задыхаться начну. Плохое предчувствие у тебя. Нет, нормальное все, сейчас все будет. Предчувствия нет, просто есть небольшое волнение, потому что, еще раз, третий день, я даже не верю. Все, 10 из 10, погнали, ребят. Все записывается, все четенько, все офигенно. Фух. Так, это есть. Минус. Так, 2 банки в начале, 3 банки в начале. Это хороший знак. Это хороший знак. Надо челикам сказать, но кто против нас играет, что этот... что у нас здесь косарь кубасов, им придется... О, ПМ, это тоже хороший знак, кстати. Отличный знак даже. Тут ПМ, я говорю. Да ПМ просто... Ой, Фрэнк, и это просто мясо вообще. Просто месиво. Я настигну. Давай. Настигаторы, мы настигаторы. Придумай. Не-не, нормально, я не придумал. Все, минус Тима. Мы забрали Тима, да, ребят. Мы ту направлю, Серёг, пошли вниз. Сейчас, подожди. Что, они тимили? А, они с тобой затимились, типа? Они тоже крутились? Нет, я утухан. Бля, я понял. Лучше вниз пусть они... Мне кажется, они сейчас 2 тимы друг друга убьют. Там же 2 тимы осталось. И была банка. У одной тимы была банка. Вот наша баночка. Это наша... Хорош. Да! Топ-2, ребят, это косарь кубасов при любых раскладах. Ну, давайте топ-1 возьмем. Я думаю, мы можем. Это было бы шикарно. Ну, поздравляю. Блин, спасибо. Не, на самом деле, я офигевший. Это просто... Это круче, чем выбить. Я хочу сейчас на это посмотреть. Давайте. 3, 2, 1. Бам! Косарь, 30-й ранг. Кстати, первый на моем аккаунте. Первый 30-й ранг на моем аккаунте. Блин, я хочу чатик показать. Чатик должен остаться навеки. Вот то, что вот здесь творится, это просто капец. Пацаны, просто от души, душевно в душу. Реально, всех обнял, спасибо. Смотри, ура. Это только спонсоры, а еще плюс нас сейчас уже 5000 человек смотрят. Ребят, спасибо вам, реально большущее, от души. Особенно тем челикам, которые все 3 дня ходили на мои стримы и ждали этого события. Это просто тупо бан. Косарь. Гребаный косарь. Я правда, после первого стрима я уже думал, все, я плюну на это и не буду больше апаться. После второго стрима я точно сказал себе, все, никакого спраута в жопу. Прикиньте, я взрослый чувак, который потратил 2 своих дня просто тупо вот так вот, блин, в трубу пустил и нифига не добился, реально. Не добился поставленной цели. Но в данном случае цель достигнута, косарь есть. Не знаю, что мне это даст. Но я реально рад, я безумно рад. И теперь можно еще кого-то апать. Причем...
Мэппл и Спраута сейчас в дуо. Вы видели? В дуо. Не в трио, а в дуо. И потому что в трио очень сложные карты были. Фух, блин, короче. А, также хочу сказать огромное спасибо Годи, Лимону, Гендальфу, Лейсу, Виталий Крайсол. Да, кстати, Лимон даже на связи. Эти все люди помогали так или иначе апать этого. Просто все по-разному. Мы со всеми разные кусочки апали. Я в соло где-то апался до 400. Крайсол сбрасывает. Жду 35-й ранг или лох. Иди в жопу, я не хочу. Я не хочу 35-й ранг, мне реально страшно. Ребят, в общем, для видоса на этом, в принципе, все. Я не хочу сейчас гневить судьбу, гневить бога и пытаться еще там мапать. Хочу, чтобы этот косарик остался до конца сезона. И этого мне достаточно. А так еще попытаемся кого-то апать. Всех обнял, подписывайтесь на канал. Удачи, ребят.